прибор по винтовому компрессору, который мы приобрели для пескоструйной обработки. Остановились в выборе на китайском производителе, производитель Xinlei, модель XL40A. Отметить очень высокое качество сборки данного аппарата. Вашему вниманию представлен непосредственно пульт управления данным аппаратом. Сейчас мы его включим. Вот так он зажигается. Приветствует нас. Сейчас он, значит, показывает у нас температуру окружающего нас воздуха. И вот кнопка экстренной остановки. Три панели компрессора являются съемными. Они крепятся на магнитах с шумоизоляцией. Панели крепятся корпусом на специальные магниты. То есть никаких здесь завинчивающих частей нет. С торцевой стороны мы наблюдаем масляный бак с уровнем масла непосредственно и кран для того, чтобы сливать отработку. Компрессор имеет воздушное охлаждение, здесь непосредственно вентилятор стоит, а сверху корпуса стоит радиатор алюминиевый. Вот сердце нашей машины, значит, винтовая пара. Зависит она, стоит на ременном приводе от двигателя, который у нас 30 кВт мощностью. И вот воздушный фильтр закрыт таким кожухом. Хочу отметить удобство доступа ко всем частям. Вот масляный фильтр у нас непосредственно стоит. Все очень близко, все очень удобно.